Торговый городок превратился в городской рынок еще в 90-е. Палатки – неотъемлемая часть того времени. В них торговали хлебом, овощами и фруктами. Теперь строение, уродующий вид рязанского ВДНХ, сносят. Силами муниципального предприятия техобеспечения будем производить демонтаж принудительный нестандартного торгового объекта, который незаконно расположен на земельном участке на территории торгового городка. В этой палатке раньше была аптека, продуктовый магазин. Последний владелец организовал в ней велопрокат. Ему предложили снести незаконно установленное строение, но он отказался. На место приехали сотрудники муниципального предприятия техобеспечения. Работы по сносу палатки проведут за счет префектуры, однако оплачивать их придется предпринимателю. Работа в этом направлении продолжается постоянно. Значит, в течение месяца мы планируем демонтировать порядка 5-6 объектов, а всего в течение года нами было демонтировано 31 объект. С 2016 года активисты наводят порядок в торговом городке. В этом году стартовала народная инициатива по восстановлению комплекса. В главном павильоне регулярно проходят субботники. Принять участие может любой желающий. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».